наша студия уже лет 6 или 7 как занимается организацией балов в городе Череповце, именно настоящих балов в прямом смысле этого слова. Мы стараемся соблюсти традиции, которые были в 19-м, в начале 20 века по построению, по организации балов, но и в то же время сделать их доступными для понимания современной молодежи. Цель наших балов – именно консолидация молодежи, улучшение качества ее досуга. Мы именно хотим предоставить такую возможность, то есть окунуться в историю, в атмосферу красоты, в атмосферу танца. Когда душа танцует, танцуют и ноги. Всегда хотелось, тут появилась возможность. Спасибо большое ребятам за то, что учат танцевать нас. Первый бал, сами понимаете. Спать ночь точно не буду, ни до, ни после. Просто веселого мероприятия, новых людей, знакомств и весело провести время потанцевать. Ну, это все равно, что в клуб сходить. Нет. Я в клубы не хожу. Нет, не все равно, что в клуб сходить. Это, не знаю, как-то возвышенно, что ли. Как-то романтично. Сейчас не так много таких мероприятий, особенно в нашем городе. И мы считаем, что мы в своем городе делаем уникальный продукт, который будет интересен и молодежи, и даже уже людям в возрасте. Для новичков мы хотели бы познакомить их с рядом английских контрдансов. Это те танцы, которые танцуются в линии. Вот. И там достаточно просто запомнить чередование движений. Есть танцы 16-го, например, 17 века, это брандли. Это считается народными танцами, и они также не требовали специальной подготовки. А танцевать польку либо кадриль в таком случае уже требуется значительная танцевальная подготовка. Для тех, кто по каким-то причинам не может танцевать или недостаточно подготовки, у нас будет много других форм досуга, таких, например, как бальная почта. Также еще одна старинная забава у нас, которая тянется с 15 века, это простое лото русское. О ноктюрне я знаю давно, с ноктюрном мы дружим, дружба нам это очень нравится. Нравится сотрудничать. Это творческий процесс, очень креативный, люди очень креативные, позитивные. Все это очень интересно. Ввиду того, что я профессиональный танцор на данный момент, я занималась историко-бытовым танцем, училась этому много раз в разных местах. Но вот здесь именно уклон идет на исторические танцы, то, что я не знаю. Мне это все очень интересно, это нравится. В прошлом году было у нас порядка 70 участников, в этом году на сегодня уже подано более 90 заявок, вот, и, возможно, это еще не предел. Бал, зал, где мы будем проводить мероприятие, вообще рассчитан на 150 человек, так что у нас еще запас есть. В этом году мы выбрали достаточно интересную тему – история костюма. То есть мы хотели бы, чтобы на нашем балу как раз и гости показали, как развивался костюм, какие были особенности. Вот. Но мы хотели бы, чтобы у нас были не только современные платья и современные костюмы, но и что-то старинное. Все-таки мы постараемся реконструировать старинную эпоху.